Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор экстракта календулы. Экстракт календулы – это один из самых активных и универсальных растительных экстрактов, который применяется во всех видах косметических препаратов. Форм выпуска компонентов календулы очень много. Порошки, настойки, масла, вытяжки, мази календул, эссенции и применение их как косметических компонентов достаточно обширно. В любом препарате календула отлично сохраняет свои целебные эффекты. Основное специфическое вещество календен помогает избавиться от веснушек и пигментных пятен. Для достижения эффекта осветления и пигментации экстракт календулы можно добавлять во все средства для лица. Полезен будет и очищающий тоник с экстрактом календулы и лимона. Применение свойств календулы полезно для защиты тонкой и чувствительной кожи от агрессивных факторов среды. Календула защищает от ультрафиолета летом и от ветра и мороза зимой. Поэтому календулу желательно добавлять к дневному крему. Для проблемной жирной кожи целесообразно сделать протирочный лосьон, который будет обеззараживать кожный покров и окажет противовоспалительное воздействие. Календулу в виде отваров, настоек, масла и разбавленного экстракта используют и для лечения акне и прыщей. При нанесении на проблемную кожу ногти, ноготки дезинфицируют, чистят кожу и заживляют микроскопические трещинки. Календула содержит провитамин А и каротин, которые стабилизируют выработку кожного сала. Применение экстракта календулы в косметике таково. Тоники, лосьоны, кремы, лекарственные мази, восстанавливающие маски, натуральное мыло, пляжная косметика, шампуни, в том числе оттеночные, косметический лед, косметика после эпиляции, косметика для губ, мази от раздражений. Вот такой бутылочки. Мы отправляем экстракт календулы нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!